Живописный средневековый городок Эс находится почти посередине между Ниццей и Монако. Из Ниццы добраться туда можно за 40 минут городским автобусом или на автомобиле. Каменные домики как бы вырастают из скалы, но несмотря на это, улочки в городке очень уютные и, на удивление, зеленые. Если вы приедете рано утром, до появления туристов, то можете прогуляться в тишине по узким сказочным улочкам Эс с небольшими галереями и магазинчиками. Местные жители относятся к своему городку с трепетной любовью, и вы можете остановиться здесь на несколько дней, чтобы понять, почему они так любят это место. Несколько небольших гостиниц к вашим услугам. На вершине холма находится замечательный сад с множеством кактусов и экзотических цветов, которые цветут круглый год. А какой замечательный вид на Лазурный берег открывается сверху в хорошую погоду. Зайдите в музей парфюмерной фабрики «Галимаг», где в парфюмерной лаборатории можно попробовать создать свои собственные духи. Спуститесь в Эс-сюр-Мер по тропе Ницше. Говорят, что прогулки по этой тропе вдохновили великого философа написать «Так говорил Заратустра». Спуститесь на местный пляж, искупайтесь и возвращайтесь в Ниццу на поезде. Поездка займет всего 15 минут.